Өндірістік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге асыру шарттарының бірі қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау болып табылады. Өздеріңізге белгілі, 2016 жылдан бастап жаңа еңбек кодексі қолданысқа енгізілді. Онда еңбек қатынастары тараптарының, яғни мемлекеттік органдар, жұмыс берушілер мен жұмыскерлер өкілеттілігінің жауапкершілігі белгіленген. Осыған байланысты еңбек қауіпсіздігінің қамтамасыз етуде әлеуметтік әріптестердің атқарған жұмыстарына және бүгінгі проблемаларға тоқталуға рұқсат етіңіз. Уважаемый Бахчан Абдирович, истекшие 2 года для улучшения ситуации и предупреждения производственного травматизма и профессионального заболевания нами, то есть государственными органами, проведена инвентаризация всех действующих стандартов по безопасности и охране труда, пересмотрены и приведены в соответствии с новыми нормами 133 нормативных акта по труду. Работа по обновлению стандартов безопасности и охране труда в соответствии с международными требованиями завершится к 2021 году. Более 1400 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда, рекомендуемые Международной организацией труда. Усилены требования к деятельности по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда. Аттестацию проводят только специализированные организации, имеющие аккредитованную испытательную лабораторию. В 2016-2017 годах аттестацию провели порядка 3000 предприятий. Принятые государственными органами и работодателями комплексные меры позволили сохранить положительную динамику по созданию безопасных условий труда. В то же время позвольте обратить ваше внимание на ряд проблемных вопросов, решение которых является обязанностью и ответственностью наших социальных партнеров. Во-первых, в новом трудовом кодексе было предусмотрено создание производственных советов, в состав которых на паритетных началах входят представители работодателей и работников. Задачей этих советов является самостоятельный контроль со стороны работодателей и работников за состоянием условий труда. Уже создано свыше 12 тысяч таких советов. Сегодня положительная динамика работы этих советов есть. Но если исходить из статистики, ежегодной статистики, то более 1500 работников получают травмы на производстве и порядка 250 погибают. При этом 16% приходится на строительную отрасль, 15% таких травм приходится на горно-металлургическую отрасль. Вот в этих отраслях сегодня создано всего лишь 119 советов. Я считаю, что отраслевые трехсторонние комиссии, региональные трехсторонние комиссии должны рассмотреть этот вопрос и еще раз вернуться к созданию таких советов. Во-вторых, внедрение механизма добровольного декларирования работодателям в соответствии его деятельности стандартам безопасности и охраны труда. Сегодня 131 работодатель стали обладателями таких сертификатов доверия и на 3 года исключены из списка предприятий, подлежащих плановой проверке. Такими преимуществами сегодня воспользовались в основном предприятия Алматинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей. Остальные регионы эту работу проводят недостаточно эффективно. Поэтому просила бы Абакимов областей также обратить на это внимание, потому что сертификаты доверия – это не только исключение из плана проверки, и одновременно работа непосредственно на предприятиях по обеспечению стандартов, внедренных ими международных стандартов безопасности и охраны труда. В-третьих, очень часто работодатели поднимают вопросы о снижении им финансовой нагрузки. В этой связи законодательно были предусмотрены возможности сокращения расходов на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда за счет перевода работников на более безопасные виды работ. Однако сегодня расходы работодателей на выплату этих компенсаций даже увеличились с 78 миллиардов тенге в 2012 году до 100 миллиардов тенге в 2016 году. То есть в части исключения вредных производств или в части перевода работников на более безопасные виды работ, значит, большой работы пока со стороны работодателей не ведется. Согласно пенсионному законодательству, работодатели имеют право не отчислять обязательно профессиональные пенсионные взносы при исключении на производстве вредных условий труда. Этим правом сегодня практически никто не воспользовался, и более 8 тысяч предприятий продолжают отчислять 5% взносы в пользу 432 тысяч работников, занятых во вредных условиях труда.
В-четвертых, работодателям с учетом внедрения новых производств предоставлено право самим разработать нормативы численности работников и утвердить его социальными партнерами на уровне отрасли. К сожалению, и к этому вопросу также приступили единицы. Уважаемый Бакытжан Абдирович, комплекс проблемных вопросов в сфере безопасности и охраны труда были рассмотрены под вашим председательством на заседании правительства страны в июне, а также на правительственном части в Мажилисе парламента в октябре текущего года, где были даны ваши поручения и рекомендации депутатов. Для их исполнения в настоящее время экспертные группы при министерстве совместно с социальными партнерами собрано более 300 предложений и замечаний и дополнений от работодателей, представителей работников и самих граждан для внесения в Трудовой кодекс, 30% которых затрагивают безопасность и охрану труда. К примеру, это проблемные вопросы, касающиеся повышения качества проведения аттестации по условиям труда, совершенствования порядка расследования несчастных случаев. И экспертная группа планирует сейчас обобщить все эти предложения и представить на рассмотрение правительства в первой половине 2018 года. Кроме того, в настоящее время приближается к завершению срок действия генерального соглашения на 2015-2017 годы. Мы сейчас активно совместно с социальными партнерами разрабатываем проект нового генерального соглашения, где уже с учетом новых вызовов предметно выстроим ключевые вопросы регулирования безопасности и охраны труда с определением обязательств и ответственности социальных партнеров за его исполнение. Учитывая актуальность обозначенных вопросов, хотелось бы, Басан Абдирович, еще раз обратить внимание министров и акимов областей, которые являются, каждый уполномоченный орган является стороной трехсторонних комиссий, совместно с социальными партнерами в формате отраслевых и региональных трехсторонних комиссий рассмотреть те проблемы, о которых было сказано в докладе у Жеңісбек Базаркуловича, из выработки конкретных решений по улучшению состояния безопасности и охраны труда в отраслях регионов страны. Как мы видим, еще есть вопросы, и над ним нам нужно продолжать работу совместно с заинтересованными госорганами и социальными партнерами.